пожарно-спасательную академию съехались председатели Советов ветеранов МЧС России со всех субъектов ЦФО. Подобная встреча проходит впервые в рамках года пожарной охраны. По мнению самих ветеранов, необходимость в сборах назревала давно. Такое мероприятие не только здесь впервые проводится, оно впервые проводится вообще. И весь этот вопрос заключается в том, что у каждого Совета ветеранов в любом, скажем так, городе, районе, то есть определенные проблемы. А это мероприятие позволяет, то есть, обсудить те проблемы, которые есть, скажем так, у каждого. Сборы будут проходить 2 дня. В рамках первого прошло пленарное заседание, на котором ветераны смогли обменяться опытом и обсудить вопросы взаимодействия субъектов. Лучших сотрудников в отставке наградили почетными медалями. Сами ветераны уверены, их главная задача – обеспечить преемственность профессии. Мы, как ветераны, передаем опыт свой подрастающему поколению, пожарным, спасателям. Здесь передают курсантам, прививают любовь к выбранной профессии раз и навсегда. Ну, как говорят у нас, кто проработал, прослужил в пожарной охране, тот уже не уходит в какое-то другое подразделение. После заседания для гостей провели экскурсию по академии. Ветераны познакомились с музеем славы, инфраструктурой учебного заведения, а также посетили современный лабораторный комплекс. В память о погибших при исполнении служебного долга спасателях ветераны возложили цветы. Кроме этого, мы в обязательном порядке работаем по памяти погибшим при исполнении служебного долга или просто кто уже ушел из жизни, мы обязательно работаем и с семьями, совместно с ветеранскими организациями. Второй день сборов пройдет в Плесе. Там состоится круглый стол, за которым участники обсудят проблемные вопросы ветеранского движения МЧС России. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.